Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. Промышленное производство в регионе в первом полугодии увеличилось на 7,6%. В Карачаево-Черкесии приступили к уборке зерновых. В Карачаевске продолжается ремонт стадиона «Саулук». В республике впервые прошел всероссийский турнир по футболу среди девочек. Далее об этих и других темах подробнее. До старта избирательной кампании в Карачаево-Черкесии осталось чуть больше месяца. В республике стартовало обучение общественных наблюдателей, которые в сентябре будут находиться на избирательных участках и следить за соблюдением порядка и легитимностью голосования. Об этом сообщила председатель Общественной палаты республики Елена Лешова. Первый наш семинар в Карачаево-Черкесии, он стартует с города Черкесска, потому что здесь больше всего присутствуют наблюдатели. Здесь будет обучено 104 наблюдателя. Промышленное производство в Карачаево-Черкесии в первом полугодии выросло на 7,6%. Увеличение выпуска продукции отмечается в обрабатывающих производствах более чем на 20%. В обрабатывающих производствах увеличился выпуск бумаги и бумажных изделий почти на треть. Обработка древесины и производство изделий из дерева выросло на 17%. Резиновых и пластмассовых изделий на 16,5%. Кроме того, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в январе-июне этого года вырос на 19%. В Карачаево-Черкесии приступили к уборке зерновых колосовых культур. Работы начаты в 5 районах республики – Абазинском, Адыгехабльском, Хабесском, Ногайском и Прикубанском. На сегодняшний день сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами собрано уже свыше 30 тысяч тонн зерна. Всего в этом году планируется убрать зерновые на площади более 82 тысяч гектаров. Основные культуры – это озимая пшеница и озимая ячмень. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт, филиал РАНХИКС. Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала РАНХИКС Азамат Лисов. Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышения квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. За прошлый год в Карачаево-Черкесии заключили 1902 социальных контракта, 223 из которых заключили жители Черкесска. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными людьми или семьями, доход которых по независящим от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Эта мера поддержки второй год помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации и увеличить доходы. По всем вопросам заключения социальных контрактов можно обратиться по номеру телефона 26 14 17. В
Черкесске продолжается благоустройство сквера имени Сергея Есенина. В нем будет заменено пришедшее в негодность плиточное покрытие, отремонтированы скамейки, установлены дополнительные мусорные урны, заменены фонари освещения. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. В рамках реконструкции планируется замена всего плиточного покрытия, также замена лавочек, установка дополнительных мусорных урн, приведем в соответствие освещение в данном сквере и работы по озеленению планируются. В текущем году выполнен и выполняется большой объем работ. С февраля месяца начаты масштабные работы по укладке тротуарной плитки. Это 27 тысяч квадрат. На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат. Это 80% работ уже выполнены. Ведутся работы по уборке прилегающей территории, отсыпке газонов плодородным слоем земли. Также будут выполнены работы по замене тротуаров с асфальтобетонным покрытием. Это по улице Набережной Гутия-Кулова. Работы уже начались. Все строительные работы мы планируем завершить до 15 августа текущего года. Сотрудники МЧС провели рейд на Кубанском водохранилище Республики. Мероприятие прошло с целью мониторинга обстановки на водоеме, проведения разъяснительной работы с любителями рыбной ловли и выявления нарушений правил безопасности при эксплуатации маломерного судна. Сотрудники МЧС раздали памятки, провели профилактические и разъяснительные беседы, а также инструктажи по соблюдению правил безопасности на воде не только с рыболовами, но и с группами отдыхающих на берегу водоема. На базе Национального парка Кисловодский в питьевом зале Нарзанной галереи открылась выставка звездного фотографа Ольги Бабенко, посвященная карачаевской породе лошадей. Выставка открыта для посетителей до конца августа. Комментирует информацию начальник отдела экологического просвещения Национального парка Кисловодский Виктория Юферева. Наша выставка, она комплексная. Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади, это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы, о происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития. Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной. И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодский. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крымшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами, и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения, и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и VIP-ложа. Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли факт дистанционного мошенничества на сумму около 300 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления в отношении жительницы Черкесска. 20-летнего молодого человека задержали, он дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Полицейские из Усть-Джугуты спасли жизнь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Старший сержант полиции Рашид Абазалиев, сержант полиции Кирам Узденов и младший сержант полиции Мусаурусов возвращались с вызова и обратили внимание, что на балконе первого этажа многоквартирного дома, расположенного рядом с отделом полиции, стоит мужчина. Через некоторое время этот же экипаж отправился на маршрут патрулирования. Один из полицейских заметил, что мужчина, который ранее стоял на балконе, лежит там в бессознательном состоянии. Стражи правопорядка незамедлительно отправились на помощь гражданину. Благодаря бдительности и оперативности полицейских, медикам удалось стабилизировать состояние пациента. По словам врачей, у 45-летнего местного жителя случился сердечный приступ, а своевременно оказанная помощь спасла ему жизнь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
На территории республики участились случаи дистанционного мошенничества. Сразу несколько жителей лишились своих средств, поддавшись на уловки телефонных мошенников. Об этом рассказала начальник пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. Под различными предлогами аферисты пытаются завладеть сбережениями и персональными данными граждан. На прошлой неделе 85-летнему жителю Черкесска сообщили, что его дочь попала в серьезное ДТП, в связи с чем нужны денежные средства в размере 250 тысяч рублей для операции пострадавшей стороне. Пенсионера вынудили передать им денежные средства в несколько этапов. Общая сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 800 тысяч рублей. На аналогичные уловки мошенников попалось еще несколько пенсионеров. МВД по Карачаево-Черкесской республике призывает к бдительности. Придерживайтесь простых правил поведения. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом сообщил заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественной горнолыжной туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии «Горные России» можно ознакомиться на официальном интернет-портале нашегоры.рф. В Карачаево-Черкесии впервые прошел всероссийский турнир по футболу среди девочек. В нем приняла участие команда из Карачаево-Черкесии, а также футболистки из Северной Осетии и Краснодарского края. Соревнования прошли на запасном стадионе «Нарт» в Черкесске и были посвящены столетнему юбилею региона. Команда Карачаево-Черкесии заняла первое место, вторую – команды из Владикавказа. Третья досталась команде из станицы Удобной Краснодарского края. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалом 23 метра в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до плюс 23. В течение суток 4 августа в южных районах высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.